Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу о функции Wi-Fi роутера. Эта функция служит для того, чтобы подключить свой персональный компьютер к беспроводному интернету через ваш мобильный телефон. Для того, чтобы включить эту услугу, нужно задать имя маршрутизатора, безопасность и ввести пароль. Вот. Потом нажать «включить», поставить галочку. Сейчас она включается, и уже с помощью персонального компьютера подключаемся через Wi-Fi. Wi-Fi роутер. Рекомендую нам найти.